Claro. Baby. Там евреи только АФК. Я рыбу поставил, хавать. Сейчас значку садится. Так, разрушители хиатры, зод, сакра, энви. Прыгает первый Сэмал, Ян, Фейс, Джейл. Вторые Няшер, Флойс, Нефилим. И Кира. Ну все, свапнись, Самал. На самом второй прыгаешь, плойс первый. Пять рибов. Бенви не кидает, Демайс кидает. То у меня второй сидит, ребят. Сейчас разберемся. О, кто еще не сел в руку? А, там, на той стороне уже. Разбивайте колчедам. Садитесь в осадке. Кулаки бафни. А, у нас паладин, кстати, свет вылетел. Сейчас как зайдет, зайдет. Как свет дадут, зайдет. Давай без него. Давай без него. Да. Она прикрикнет вор, если что. Давайте, кто-то. А два человека, давайте рещи. А, все, у меня есть два. У меня никого, у меня никто не сидит. У меня Джейли, maybe. Первого вижу, фейс второй. Нет, фейс у меня. Дальше. Джейли, maybe. Трезода кто? Да, СМЛ. Ты СМЛ, ага. А у Сакра? У Сакра есть?
Ян вон пишет плюс. Ян и Филин, все, окей. Давайте чек. Сядьте в осадки, что 3 осадки свободные, лол. Лишний-то, блядь. Алло. Там один счет и еврея нет. Ну, остальные у нас много людей свободных. У нас 5 лохов свободно, дохуя. Еще осадка свободна, садитесь. К Бенви сядьте кто-нибудь в пассажирское, на подстраховку. Кира, сядь к Бенви. Еще осадка. Я второй лечу. А, ты летишь, да? Ну, ты сказал вроде. Окей. Ладно, тогда сядьте кто-нибудь, Бенви. Фонитесь. Водителя нет больше. Ты у кого летишь-то, Кира? Ты не у Бенви летишь второй. Так ты не сказал у кого. Ты просто сказал вторым. Значит, не летишь, сядь в осадку туда, за руль. В осадку сядь сегодня кто-нибудь, нет? А, ну, похуй, пуляйте осадки. Садитесь в эти. Закидываем. Нажми SML, ну блядь. Завис Усак. Кто завис? Не могу ничего тыкать. То кто завис? Мишелин завис. А ты где завис? В тачке? Да. А я в тачке завис. Ебать. Скинь его, Такер. Ты можешь скинуть его. Читан, нажми скорее. Закидываем новых, новых закидываем. Заряжайся. Что там у Сакра, нормально? Чудан, дай нам скорее. Все, пиздец, у Сакра лишь. Сакра, ты его скинуть можешь, Сакро. Я отвис, отвис. Снимите цветы, пожалуйста. Осадки, алло, снимите цветы, нахуй убьете. Ну, я сейчас умру. Если вы, ну, не снимете. А что за голос у тебя, блин? Челик, уберите могу. Колчедан, колчедан. А где остановка? Бенви, закинь. Пушка неактивная, типа. А. Каст. Сбивайте колчедан больше, еще есть. Ускорение. Ускорение. Нормально? Давай, короче, да. Скорее. А, стой. Добивайте, босс. Цветы убили туп. Алло. Я думал, блядь, сейчас осколок такой, начало положено, думал, блядь. А вот. Так тебе ж 3 осталось, да? Ага. Ну, Алгалон, Йог и с кого-нибудь. Ему надо убить Йога после того, как он собирает. Да, да, я забыл совсем. Алгалон, ну ты да, с таким составом, Алгалон, ага, 4 хила. Без второго танка. Алгалон, у меня есть танк. В 3 массакра. Ага. Алгалон. Алгалон оставим, если что. Не заберется лут. Там хуйня это. А сейчас же таймер убрали Алгалону? Почему нет? Нет? 2 часа. 20 минут. Они вот фиксят Алгалона, ну типа на X2, но они не думают, что он тут тоже не убиваем. Так его на X2 сделали манекеном. Зашли с первого трая, убили пацаны. Там РБК стал.
Там все рофлят, пиздец. Ну так я об этом же, типа. Там просто зашли все за рофлят. А чё, манекеном? Убрали челики, урон, типа? Челики зашли в 5 часов вечера, он, Егор говорит, и все, пиздец. Убили спирота. Пиздец. Я порофлил, конечно, знатно, блядь. Это где манекен на X2? На Игнис, очистите. Так мы уже на острокрылой. Блядь. А почему тогда прибегают? Не бегали же. Чё, ретрика нет, нас пока двое тогда, пока свет ему не дали. Ну, пускай тогда кричит на АП. На АП, да, покричишь, нет. Каф дайте. Рыбу поставил. Это, я просто по телефону говорил, я не знаю, у меня челик перестал чудан тебя, короче, я там... Завис, он же говорил. Ну я не слышал просто. Я тебе говорю, чтоб ты его скинул. Там же вроде есть кнопка скинуть. Там есть кнопка 1, 2, 3, 4 и вылезть. 4 это... катапульт. Рыба стоит, фласки пить. Приставал. Так я вроде никакие шмотки не менял, откуда у меня сейчас будет 40 команы, не понял. Моя не понимает. Нету кулака Синдур, он в офе. Она кричит на АП. А, что-то нихуя нет 40 команд, ладно, поехали. Па-па-па-ра. Конспектнулся в ДД? А. Чё вижу? Дивен, ты же говорил, что не придешь. Ты обманул, получается? А ты мой голос слышишь? У меня такой... Думаешь, я пришел? А, это Дивен, блядь. Ты что думал? Я и вижу, типа. Я сначала тоже думал, кто это, блядь. Ты кто зашел, хуй знает. Запустите эти. У нас, кстати, это... Сакры демонам придется повыть. У меня спекта нет, бро. Мы без алголона все равно. Но у меня все равно спекта нет, я без скинул. Блять, ничего не меняется, блять. Опять флойс в могиле. Флойс не обижай. Дай бэры, не буду. Дайте ребаф бомжу.
Пиздец, мне просто интересно, игру. Там овер-апнуто, типа, у них все было. И они с первого трая сейчас зашли, убили там, хотя жесткого такого не было. Это кто, что? Им же просто хп нерфанули, нет, Логалон? Там урон уменьшили, не гоняли. Там нету теперь ваншотов танка и нету теперь ваншотов хилов. У них же созвездие урон уменьшили. Так у них созвездие урон били так же почти, как у нас. У нас 9, а у них 11. Ну, так это тоже ваншот хилов там. Ну, просто почему-то мы, блядь, нашли выход, а они нет, да? На X2 убили, получается? С первого трая зашли, пацаны убили. Манекен сказали. Нормально. Значит, скоро эта тема будет, и видео будет, и деньги дадут. Эвил будет доволен. Я просто не понимаю смысл вообще. Типа... Почему они также не могли хилов хп, типа, забустить? Мне говорили, что по урону не проходили. У меня висит. Телефоном здесь? Висит у него, понимаешь, висит. Когда надо. Мама, станешь нет. Я развес уже. Что у меня-то такое будет часто еще? Ты опять не на своем железе? Да. Бухаешь, получается? Ну. А чё мы, кстати, без Волколона, Элла? С кем ты выбивать хочешь? У нас три сакры. Зиен тормозит. На славных написано. Печально. Потом добить можно. Потом добьем. Нет смысла даже тратить его. Понял. Go Ignis. Наша навар и лут на кастер. Все как обычно. Вторая голова нужна кому-то? Thank you.
сердце в мою сторону. Ну, разбаньте. Пульте все, не бейте. Маги, дайте столик, пожалуйста. Спасибо. У меня уже достаточно таких. Дайте ребаф, пожалуйста. Пристав, пожалуйста. Сака, ты спекнешься, нет? Нет, у меня спека, я же тебе шучу, думаю, я же тогда его сразу скину. По на стрим. Бля, СПД нихуя нету, блядь. Типа 240 СПД, это... Или 208, сколько там, блядь, хуйня так? Бомжа рейд получается. Один ма, если что. Разу тут. Thank you.
Есть тотем на этот? На огонь. На ком поставить. А все вижу. А в следующий не будет ума. Топать каст. Топ. Дай бог у меня будет проклятие еврея на осколки сегодня. Ну это как? Это с Алгалона падает только стоп-каст. Ой, с Алгалона говорю, это... С йога? С йога только падает, да. Всякое может быть. Понял. Что не так? Тебе что-то надо здесь, что ли? Со всех боссов? А, осколки. Бля. Что, 3 осталось? Дошло. Еще 10 боссов есть. Пароль. Но он в этого комбо спекнулся. Мне кажется, мы умерли. Классно. Блять, таблос надеюсь на секунду, блядь. Не прохил, получается. Получается так. С Валаниром прохил будет. Сейчас полки полутаются. В следующий раз зафилит. Это сваншот. А, Нозер, вот ты тогда сакра не захилил, это не моя вина была. Так, на пожарном, а твоя. Не, подожди. Тот, у кого нет еще Валанира, того и вина получается. Ничего,
У вас у обоих нет, но у него типа шансов нет, а у тебя есть. Так что я пол. А, ну значит он озер, все, пиздец. Отдай мне, блять, нахуй. Сука. Дай сюда его, блять. А нельзя купить еще, не? Нет. А что такое наручи искатели ветра? Тандерфури, не? Чего это свет там появится, нет? Где, в Казахстане? Где, так я тут нахуй, чё ты тут выёбываешь? Свет в Казахстане нахуй. Тоже света нет. По-любому. Ты ёбнутый, блядь, я на рез неделю уже нахуй хожу в 6 утра, блядь, мне сейчас сменщик. Куда ходишь? На рез, на районную. Ну, на районную электростанцию. Мне сейчас, блядь, сменщик может позвонить на аварию нахуй пиздовать. Ну, плохо. Ты шо, электрик? А в смысле энергетик получается? Да, получается так, да. Я тоже когда-то начинал учиться на энергетик. Манговый монстр, это я, кстати. Энергетик, блядь, нахуй. Энергетик. Он, блядь, энергетик, он в магазин-то покупает, блядь, энергетик. Блядь, не выёбываешь? ПТУшник ебуй. Энергетик, блядь, нахуй. А он не ПТУшник, он футболист, блядь. Блин. Люди, блядь, зайдут и купят, если надо, блядь. Энергетик? Да, энергетик. Все энергетик, ребят. Почём? 100 баксов. Я манговый монстр. 300 баксов. Блять, чтобы вы понимали, как СМЛ работает, блять, на электростанции, ему даже каску не дают, понимаете? Блять, ему так дает, слышь? Он до такой степени, блять, там юзлишь, ему даже каску не дают, блять. Говорят, блять, ты один узнаешь, если у тебя кирпич упадет, блять. СМЛ душа получает. Да я ж практикант ебаный, типа, нахуй мне каска. Практикант? Анальный практикант. Типа, если он сдохнет, его не жалко, блять. Где там ебучие конторы, типа? Чпопы, блядь. Скру. Скру, да. Порч повесил, забыл. Витя, блядь! А кто такой гандон? Витя, надо выйти. Это ты, фо... Да. Анозер, живи! Кто там так словами бросается, блядь? Вообще рамсы попутал или что, блядь? Рамсы попутал? Какие рамсы? Армс или не армс, армс, ребят? Армс. Я попутал немного. Чёрт ты, блядь, армс. Ёбаный. Рамис попутал. Рамис, да, точно. Подсос, кирдос, подсос, вот это? А чё вы теперь СМЛ в чате задушили? Кто такой СМЛ? Терисмел. Терисмел? Терисмел, да. А что с ней еще делать? Пиздец. Если маленький, пиздец. Большой убить нахуй. Мальчиков на милф потянул, вот они и погнали. Возбуждаться. Понял. Габгетка, скинь животик, пожалуйста. Ну, и нахуй оцепил животик, короче. У меня девушка за тебя подавилась, мразь, блядь. Кто, мразь? Зачем ты свою девушку мразью назвал? Ты что, дурак? Что за хуйня, блядь? У меня, говорит, девушка подавилась, мразь. Блядь. Нормально. Дурак, блядь. Чего, блядь? Кому не заметил? Чего? Это Терресмела, походу. Бля, ты с Терресмелой, что ли, там живешь? Эльда!
А кто такой Гандон X? Япония. Блять, заткнись. Ты нахуй Гандон X? Что ты несёшь, блядь? В Детейлисе типа кто-то подписался Гандон X. Это парень, который ебёт тебя по ДПС. Всё? Ну согласен, блядь, мне шмотки не дают, блядь. Блять, я тебе вот, я тебе специально не буду давать чит. Не, блядь, я за всю гильдию получил две шмотки. Я до сих пор трецов от основного, понимаешь? Да еще. Вот ходи с 200-м оффхендом, я тебе специально, вот даже если выпьет чит и никому не нужен будет, я его распылю. Конечно, ты его распылю, я это знаю, блядь. Пацаны. Потому что ты, тварь, давно мог себе нафармить уже, блядь. Что нафармить? 239-й щит? В смысле, 213-й, блядь, 226-й, блядь. 226-й каждый КД хожу в Накс, он не падает. В десятки, не даже 219-й не падает. Сейчас бы с 200-м оффхендом ходить, блядь. Ну да, эти триксы, блядь. Сейчас бы... Чисто из-за принципа не отдам щит, нахуй. Какой принцип, блядь? Челик мейн рейди не мог давно себе 213-й оффхенд, блядь, сделать. И чё он мне даст? 5 СПД? Какая разница? Вот я не понимаю. Вот меня больше всего бесит иногда, когда люди говорят, что-то мне даст 2 СПД, 3 СПД, 1 СПД, какая разница? Хоть 0,5 СПД, блядь, он тебя бафает немножко, по мелочи собирается, вот тебе, блядь, там 15-20 СПД, блядь. Сука, жадные трикси не дают. Уродец. Бля, ёбаная хуйня. Короче, я понял. Давайте один раз, блядь. Сегодня можно не ждать Волонира, нахуй. Чтобы порчу, блядь, бахнуть. Вот ебал, блядь. Ладно. Тупо ебал рот, блядь. Это сваненький или можешь выпадет? Понял. О, Толя, твои комментарии, чё за хуйня? Коху и искру не свечус. Я тут похвалить тебя хотел, а ты такая, блядь. Так ты не знаешь, что ли, как работает? Чтобы дестерку здесь быть топ, надо, блядь, не свечиться до скру. На ней коя нет никогда. Полипауэр же есть. Что ты там бафаешь? А чё это шея не берёте, там, Егор, там, блин? Чё, никому не нужна? Ну, блядь, он озеро, типа, ну, говорит, дай мне, типа, может... Ну, у меня 239-й, и так. А. Я не знаю, кто-нибудь видит, что в фоне пишет чат? Я не вижу, например. Поехали. Так в фоне там терять мало. У меня пустое сообщение пишется, короче. Анозер, ты... Нормально, нормально. Анозер, тебе нужна эта шея? Типа, ты так и сказал, просто скинь мне. А, ну вон Жеке отдай на ДЦ. Поехали. Большим городам очень. Вон, дай Бельтер вон туда. Нет. А нет, полыш, вон, полыш. Да, там БГ кончилось. А, я видел. Здоров. Здорово, кама, братик, если как. Что это происходит? Что происходило, я не понял. Кывла, я заебался. Чё за хуйня вообще происходит? Бэк, бэк, блядь, пиздец там что было. Пока ты вкашал. Я просто стоял в инвизии, все. Эльда один из тех БГшников знаменитых, которые на базе в стелс тусуются. Ну, это единственный раз, когда мы. Я там заебался вообще просто, блядь. Глаза аж болят, нахуй. Ты давно РПГ играл? Там это тактика такая, стоять АПК в инвизии. Да, я РПГ никогда не играл. Вот нахуй, не выебывайся. Там здесь тактики на ферала. Я думаю, ты сел, что-то... Да ты чё, блядь, похож на это? Анозера не прохилили, блядь, опять, нахуй. Ну перепишем. Ёбаный рот, блядь. Что такое РБГ, можно узнать? Рейд РБГ. Это РБК, только РБГ. Вот здесь я вышел, вот эти дома я не смотрел уже. Это, блядь, место, где маунтов фармят. Сейчас прыгнем, смотри. Давай я оттуда. С канатов.
Там просит фонер этот раскрутить куда-то там, я не понял нихуя. Нахуя? На секс? Не знаю, в чате пишет, раскрутите фоник куда-то там на робот что ли. Я прочитал неправильно. Не знаю. Что раскрутите фоник на робота. Что с Толей будем делать? Его наказывать надо. Сколько развертки, чем на дамаже? Он слесарь, блять, его уже наказали, лол. Наказывать за такое? Человека взяли main raid. Он никто. Да нет, там за тестерка можно скайпом, если никуда не скидывать. Он, жопу скидывал, я чуть не видел. Вот Валерка скинул жопу, да. Валере вопросов нет. Ну, как бы за такое можно и поменять. Кира, ты что, продался? Да. Бля, вот чтобы у вас в жизни так работало. Ты что думаешь, что он Кира делает? Ты не видел, что ли, блядь? Нет. Слава богу, блядь. Иди крути, блядь, чат на. Что, мне эту дрочь забирать? 500 сообщений вверх. Ну да. Я в экзистенс кидал. Можешь это посмотреть. Занимайся. Понял, понял, пошел дальше. Там недалеко. А удав будет? Как я жил без херенной жопы до этого? Ну да, уже был, ты все пропустил. Есть на месте. О! Смотри, у меня же чемодан синий. Чуть 4 уже нас тут, чемоданы лежат. А, на туре. Монтировка. Монтировка там нужна? Так, Сакра, первый тогда, второй, фейс. Все. Че по монтировке, я не понял. СС, не забудьте кинуть. А может и не надо вообще. Не, есть. Еда, вон, Джек. Лес. Нет, в рейде, я не понял. Рыба стоит. У меня тактика, умер, встал, умер. Как у Ксена. Ну ты там скажешь, Эль. Я надеюсь. Шанс найти что-нибудь. Почему пролагивает начал иногда на каких-то обилках? Возьми третью ауру, этот изи. Мне больше добавляет куча разных хуйни, когда начинает плохо обрабатываться. Заебало плохо обрабатываться. Пиздец. Воу-воу, диспел! Ванозер, блядь. Опять нахуй руинишь Каткина. Три, два, один, Фред. Нормально. В рейнже стоим, хилы и маги. Гор там поаккуратнее. Три, два, один, спред. Сакра, имею в виду.
ждать. Да-да-да, сейчас стопнем сейчас. Стоп. РДД сейчас в рейндж выйдут. Блять! Ждем, сейчас он кинет синюю. Нет еще. Добивайте. Я как понял. Скажешь, когда давать? Бабл, фризот. Бэл. Я нажал. Это баб. Он бьет меня. Мэйби не достает хилом. Готовься, таунт скот. Когда чувак заходил, присоединялся, я постоянно диски. Он в луже. Таунт. Присоединяется, меня подписает. Скажешь? Стой. Вставай. Гим, дай НХП. Дай мне зубы, дай. Где? Сука! Где, блять, осколок? Эльда. Твари, блядь. Эльда. Знаешь, ну скажи. За топ-1 хп смогли бы осколок дать, твари, блядь. Эльда. Ну ща? Ща, Эльдарик, на йогах нафармишь, нормально будет. Эльда. Дай мне эту бошку. Блядь, я спас. Ну чё, на Лагалона? Сорян. Нахуй Лагона, вот блядь. Этот... Нахуй Лагона, я тоже могу. Калгалон? И чё? А почему я диск вижу? Алло, блядь. Бошка, где он есть? Пусть машинка служит долго, Калгалон. А кто? Я шер один. Как ехать? Кто там вырапорол? Вижу. Сейчас вы. Пелерина смерти так. А у тебя что покажу? Жопу скину? Давай. Жопу смерти. Да, блин. Обещали, да? Что там так долго, Эльда? Там реально сидит чувак этот наш. Чёрный. Да, я чувствую. Открывай там, ааа, толпа. Сейчас, подожди. Да. Ты давай спекайся в фейстан. Я тут в одного могу. С военки. Как? Это сюрприз. Спокойно. Вы прохилите этот дебаф. Я говорю, ну, ты ладно. Открываешься, там 1000 зомби. Дамас, ты можешь потом это... Да, я бегу. Да, пожалуйста, блядь. Если всех убьешь, тебе в конце дают... Когда будет перекур? Какая? До Хадира, я надеюсь? Да, Аури убьем 5 минут. Окей, перекур. Хорошо. У меня же 15, а то и 20. А ты же в курсе, да, кто у Джаста? Райч? Угу. Понял.
Это вообще невозможно, блядь. Как такое нахуй произошло, блядь? Сколько я спал? На маунте там, теперь рассекает под долларами. Ай, маунта дали, да? Да, всем. А где наш маунт? Какой маунт, блядь? Хуесосы, блядь. Зато мне дадут 300 бонусов, блядь. Ну, 3000 рублей. Дадут? Дадут. Не дадут, дадут. У них не написано дадут. Прямо в этой теме. Награда на X2 за Алгалона бонусы, а за X4... Ой, наоборот. А за X2 одинаковые маунта. Одинаковые бабки. Там но так, у них так, не написано они... про бабки. Нет, ничего в этой теме. Написано. Так там написано, там снизу, типа, мелким шрифтом, то что аналогичные призы будут и на X2. Да. И прочти тему-то, братик. Там как бы точно такую же ачивку не улутают, просто у них еще одна ачивка. Да, у них дополнительная ачивка. Но у них также есть и первый, типа там, кто там, звёздный сканер. Сейчас 20 хуйку идут просто и все. Руку свич. У них покоритель хуесос там вот это ачивы и все. За это дают. Покоритель хуесос? Да, маунты дают. Кто? Выбить людей-то алло, блядь. В курсе, что второй рейд собрания тоже где? Они жесткие теперь. Потому что я там был вообще. Так же с первого пула, ты хочешь сказать? Третьего. Выбить? Ну, вот, они не настолько жесткие. Ну, блять, ебать, не сравнивай. Выбить? Так ты сейчас сравнил, что они жесткие? Я сказал, они тоже, они, я говорю, теперь жесткие, говори. А я говорю, что нет. Вот когда всё? Во втором рейде осколок Варланира раньше, чем, блядь, соберет, блядь, вот тогда и... Так, короче, Хьюстон, у нас проблема, у меня ноль брони. Что делать будем? Может, снимешься? Кого, щит снять? Да. Не, ну, дебаф сними за, ну, бабу. А я попробую еще с бабу, не знаю, там кто там, Толян слез. Рук, не-не, пока не надо, я в этом, я в руке. Давай. Он дуть начнет. Выбейте. Надо, чтобы кто-то забрал на время. Просто и все. А ну, ФДК, нажми. Джея не забрал. Оп, все, все, да. Ноль стаков. Руку. Не знаешь, чем бы прикол был сейчас? Джея такой таунтит, и он такую в руку берет тебя, блядь. Нормально был. Был вообще рафлан, блядь. Опец, а? Че, мал? О, осколок. Осколок, 6 штук. Это как мышмот. Пока ты не будешь в фоне одевать, у тебя не будет осколок. Ну, теперь точно все. Ты забудь вообще, блядь. Я рынку шмотку, если тебе что-то надо, одному, блядь, даже я... Да просто... не дашь ты мне шмотки, все нормально. Я хожу за УД, отстань от меня. Я тут с первого, блядь, рейда, блядь, за УД хожу. Я, блядь. Я просто за нашего ГМа, блядь, топлю, чтобы он, блядь, оставлялся, блядь. Остальное мне похуй. Ваш шмоток, ваш пикс. Я за ГМ. Ты за Тересмелла, получается. Тересмелла, кстати, да, но мне нравится, конечно. Знойная женщина. Оу, да. Там она всего на год старше меня, как бы. Она будет стать мне своим сыном. 58? Да. Ладно. Элла. Что ты ругаешься? Три осколка, нахуй. Сколько осталось боссов? Раз, пять. Раз, пять. Ты понимаешь, что нам Алгаона надо убивать? Если будет один осколок. Может, они его в тихре пофиксили? Может, куда вы пошли? Аурио, гоу. Гоу. Трэш убьем слева. Да, там в ебнях что-то далеко. Пока трэш убьем слева, потом все равно его убить. Для Аурио перекур 5. Ладно. Бля, я понял. Иду.
А, ты стрэш? Ебать. Блять. Бегите, бегите. Куда бежать, блядь? Что делаю, блядь? Идите к нам. Резон, я на пулю, я на пулю. Бегите, бегите, пулю. Пацаны. Блядь. Бля, а, ну ебаный сыр. Ну идите быстрее сюда, они сейчас разъебут же, блядь, пока вы там идете. И отойдите сразу. А можете где? Большого ко мне? А где эти два моба? Другом. Да, зайдите внутрь все, блядь. Кто умер, вставайте, бегите. Охуеть, он еще это с предъявой сказал, вы слышали? Да мазь, а ноги. Чё? Чё лежите? Я не лежу. Я понял. Идите из инста и зайдите, не будет комбо. У меня нет комбо. Еврей умрёт. Да. Смерть евреям получается. Там этот Аури идёт. Давайте убьем быстрее. Наверное. Давайте за компанию, блядь. Да, бля, я больше не побегу, все, нахуй. Поднимайся, наверное. А приходишь сюда, блядь, я ваншот. Вот, Сакра, не был бы ты, был бы ты в демоне, такой хуйни бы не было. Бываешь со мной. Поднимись, поднимись, наверное. Поскольку ты не в демоне, у тебя аура плохая. Быстрее, это рибав, давайте прямо сейчас. Сразу пульнем. Без рыбы, похоже. В смысле без рыбы? Я боюсь только из рыбы. Хоть что-то. Ну, крысу поставил. Надо бафать. Встаньте в один кем. В один кем быстрее. Да, сейчас умрете. Да, бафать. Жек, вставай. Мне кажется, он не с нами. Скорее всего, он под нами. Ауе. Собака, ты можешь меня диспелить, блядь, а не с этих пацанов, блядь? У тебя чё, макроса нету на дебаву? Не, она там просто сама там что-то там. Ещё похуй. Я всё ещё присутствую. Собаку идём, ой, кошку. А-а-а. Удачим псою. Я встань, вот хильди, пожалуйста. Чё, блядь? Чё? На мобилку вышел ведьма? Кто тебе сказал? Вон, тебя там сидят, говорят. А, я просто не слышу, а ты слышишь? Что? И что это было, Фейс? Нахать. Чего спрашиваю?
Да ёбаная кошка, ну зачем? Что я тебе сделал? Какой зло, блин. Ты не в демоне. Тварь, забыл давай. Ты как-то более добрый, чем. Осколок. Хуй кулак. Перекурит 5 минут. Да, давай как-то понял. Да, весь бой без интеллекта, нахуй. Пиздец магии, нахуй. Как бы маги тут не помогут, получается? Почему? Сука. Сука пропала, что ли? Зато с... оцени мои трени. Зато с фуриком и криком, ну, брать, братан. Всё пиздато. Оцени трени. Оцени. Ты слышишь, Сакра, фурик так-то вообще нахуй не нужен тут, блять. Он Сандера не стакает. А дай вон друиду, плащ. А что, я большого, если с пулю, он к вам придет или нет? Нет. Я уже убежал. Я отошел. Понял. Надо Twitch попробовать запустить, работать не. Рад встрече. Ступай с честью. Приветствую.
Эй, куребы! Эй! Дурак, что ли, вообще? Куребы! Все, у тебя клиника, блядь? Да. Там и настроение хорошее. Пришел, весь. Че, пиво посел? Да, не, я срезал. С пацанами, блядь, с любимыми, нахуй. В рейд идем, блядь. Куда? Блядь, СМЛ только, блядь, нахуй. Блядь. Габгетка, скинь пузика. Нет, 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 нет. Парни, кто отъехал? Там перерыв вот закончился. Да, так я и кричу, курабе. Чё курабе значит? Там погубно. Фоня петух. Бля, как ты знал. Апа! Ты чё, ебанутый? Блядь, в смысле, вставать пора, блядь. Ты за тут, нет? Шумайте, пожалуйста.